Городок. Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич. Здравствуйте, это я. По тому же вопросу. Знаете, я продолжаю считать, что вы и как патриот, и как человек, торгующий нефтью, могли бы как-то помочь российской культуре, вложить в нее деньги. Чего? Я говорю, деньги вложить в культуру. Не слышно ничего. Иди сюда поближе. Я говорю, что вы могли бы и как патриот, и как бизнесмен, как человек, торгующий нефтью, и как человек... Да все нормально, ребята. Лежать, лежать, на дно. Ну так что ты там говоришь? Помочь российской культуре, вложить в нее деньги. Деньги в культуру? Это же глупо. Я понимаю, культура и деньги – это вещи несовместные. Да уж, достаточно на тебя посмотреть. Нет, ну, знаете, в свою очередь, как заслуженный работник культуры, я вам гарантирую постановку прекрасного балета в Большом театре за небольшие деньги. Большой театр исключено. Ну да, понимаю, это уже не современно. Ну тогда мюзикл. Мюзикл не хуже бродвейского, но уже не дешевле. Бродвей исключен. Слушай, братец, а сними-ка ты мне сериал, а? Знаешь, так, чтобы серий было 1002 серии. А может даже... И все 4000. Игорь Сергеевич, ну вы же умный человек. Сериал – это не искусство, это однодневка. Надо смотреть в будущее. В будущее, понимаете? В будущее. Я смотрю в будущее. Понимаешь, телевизор в камеру поставить еще могут. А вот отпустить в большой театр или тем более на Бродвей – исключено.